Здравствуйте, Зарина. Здравствуйте, Юля. Расскажите, пожалуйста, про Юлю, да? Какой она на самом деле человек? Как на работе, да? Как она справляется? Юля очень классный человек. Мне нравится ее позитивное отношение к жизни и ее отменное чувство юмора. И когда мы все выходим на смену, будет момент, когда она рассказывает шуточки, начиная вся смена смеяться. Было очень много смешных моментов, например, когда у нее отключался аппарат, садилась батарейка, вот, и мы использовали всю нашу фантазию, чтобы объяснить ей какие-либо слова, и было очень весело. Заметили ли вы аппарат у нее, да, что она не слышит, или там, я не знаю, первое впечатление о ней? Да, она не стесняется своего недостатка, и она очень уверенная в себе девушка. Да, я даже вначале не заметила, что она не слышит, и она ведет себя как обычный человек, общается, шутит, и она не стесняется. Ага. А какой кофе она больше всего лучше готовит? Она вкусно готовит капучино. Лично я очень люблю, когда она готовит мне капучино, а когда у нее хорошее настроение, она готовит его еще лучше. Вот. Она спокойно принимает заказы, она работает с кассой, считает деньги, и мы можем доверить полностью бар ей. Бывают моменты, когда мы выходим, она одна остается, она справляется одновременно и за кассой работает, делает кофе, она молодец. Спасибо большое, что нашли время сегодня поделиться с вашей необыкновенной историей, да? И я уверена, что ваша история сможет помочь многим родителям и деткам, которые проходят похожую ситуацию. Ну, так как Юля у нас второй ребенок в семье, и первый мальчик у нас тоже не слышит. И, ну, естественно, я обращала внимание первых дней. Это первое, что было у меня, это проверять. Хлопать, как ребенок реагирует на звук, как. И в месяц я уже, у меня в карточке детской была запись, что мама пожаловалась, что ребенок не реагирует на слух уже в месяц. То есть я в месяц уже понимала, что ребенок не слышит. Ей всего было месяц, но я уже понимала, что она не слышит. Вот. Это было, конечно, очень тяжело, когда второй ребенок в семье не слышит. Как вы узнали о диагнозе и что вы чувствовали в этот момент? Мы тогда жили в Узбекистане, и мы поехали, ей было полгода, мы поехали в Ташкент, мы обследовали ее, и нам поставили диагноз тугоухость третьей степени. Вот. Но операбельная, и нам посоветовали, что вы можете сделать операцию.
Но от этого дня до дня операции прошло 7 лет, потому что было в то время очень тяжело. Тогда только начинали делать эти операции, и было тяжело найти ту клинику, того хирурга, где можно это сделать. А как вы узнали о кохлеарной имплантации? Узнала из интернета. Просто когда человек хочет, и он ищет, он найдет ответ. Я искала вопрос на этот ответ, что нам может помочь. И оказалось, что есть выход, это кохлеарная имплантация. Информации было не сильно много. Ну вот, мы нашли эту информацию, мы нашли людей. Мы нашли этого Алексея Ильченкова, который в Инсбруке работает. Вот в этом Меделе. И он нам посоветовал обратиться с письмом, с просьбой о предоставлении импланта. И потом мы поехали в Москву, обследовали, нам дали добро на проведение операции. И тогда вот этот пошел процесс. Нам был выслан этот имплант. Вот. В этом нам помог Владимир Примака. Это отоларинголог, по-моему, из Минска он. И вот мы с ним списывались, он нам очень в этом помог. Именно в выборе импланта, именно в выборе клиники он нам посоветовал, где нам сделать эту операцию. Мы были с ним на связи, и вот как бы этот заветный груз наш пришел с Германии. Нам привезли его тоже друзья. То есть это было тогда как бы командная работа. Все друзья, все знакомые, все как могли нам помогали. Кто-то связями, кто-то финансовой помощью. И вот этот груз пришел, и на май месяц, на апрель месяц была назначена наша операция. Сколько было ей лет, когда вы сделали ей операцию, да? И какие ожидания у вас были? Для меня она еще была совсем ребенок, но для этой операции она была уже достаточно взрослая, оказывается. Ей было 7 лет, и я ожидала чуда, что все, нам сделают ушки, и мы будем слышать. Значит, мы будем учиться говорить, и так и произошло. Вы большие молодцы, да, вот родители играют большую роль в развитии ребенка и в реабилитации. Какие вот первые признаки были после операции, какие там необычные моменты? Самый первый день, я не забуду этот день, когда нам подключали, то есть операцию уже сделали, а подключение было чуть позже, и нам его включили. И Юля попросилась в туалет. Она попросилась в туалет. Уже с включенным аппаратом мы побежали в туалет. И в туалете вода журчит. И она вот такими глазенками на меня смотрит. Говорит, мама, ты слышишь вода? То есть течет вода в унитазе. И она вот это слышит. И мы обе сидим с ней и плачем. Радости. Да, от того, что это был первый звук, который она услышала. Это не передать словами, это было чудо, конечно. Все это звуки такие издает, все оказывается, как она идет, и листья, как она щелкает. Для нее это все было ново, и это было не передать. Она в восторге была просто, сама была в восторге. Ну, а я, естественно, как мама, я просто летала на небесах от счастья. От того, что наконец у нас это сбылось, наша мечта. Мы проходили там реабилитацию, ездили от настройки к педагогам, которые с ней занимались. Мы там прожили с ней 2 месяца. Вот. И, конечно, она впитывала как губка. Ей это самой было прям вот... Она от этого получала большое удовольствие. А потом уже, приехав сюда, естественно, мы не опустили руки, мы не пустили это на самотек. Мы занимались с логопедами. Нам посоветовали тогда Гульнара Нагайбаева, по-моему, фамилия у нее. Вот. И она приезжала... Нагайбаева, да. И она приезжала тогда к нам домой, занималась с ней дома. И я все это видела, в ход шло все. Ложки, соски, руки, все что угодно. Она ей ставила звуки.
она ей ставила звуки, потому что в 7 лет это уже, ну, очень сложно, конечно. А вы знаете, из каких компонентов состоит система кохлеарной имплантации? Да, конечно, когда мы его получили, мы его изучали, что там в нем. Это была керамическая внутренняя часть, и нам хирурги показали ее, что будет вшито ребенку в голову. Вот. И наружная часть – это процессор, это батарейки и магнитная часть, которая крепится уже снаружи за ухом. Спасибо вам огромное, спасибо большое. Юлия, скажи, пожалуйста, после подключения, что изменилось в тебе? И как ты изменилась, да? Или ты больше стала общаться с другими детишками? Да, изменилась. Теперь я слышу хорошо стала. Даже прям, даже то мелочи я все слышу. И я стала постоянно слушаю музыку. И даже иногда играю пианино. Даже иногда. На пианино можешь играть? Да, чуть-чуть. И расскажи, пожалуйста, как изменилась твоя жизнь, ну, твоя личная жизнь, да, и чем ты сейчас занимаешься? Я сейчас занимаюсь рисованием, слушаю музыку и иногда играю пианино. И я работаю бариста. И не там, но у меня парень сделал мне предложение. Поздравляю. Спасибо. Когда свадьба? Может, через год. Через год? Да, я не хочу торопиться. Не хочу спокойно, ну, подниматься, как, что нужно сделать, ну, какие планы можно сделать. Пожалуйста, а как твои коллеги к тебе относятся на работе? Все замечательно. Ну, сначала я переживала и думала, что они будут, что она плохо слышит, как я с ней буду разговаривать. Я так переживала. А потом я поняла, что я ошиблась. Они начали даже учили жестовый язык. Допустим, мы показывали капучино, вот так, лати, на меня, сейчас вот так. Они даже научили рати меня. И я очень счастлива. Они у меня такие замечательные. Я их очень люблю. У тебя невероятно красивые волосы, да, и под этими волосами у тебя не видно речевого процессора. И кто-то из клиентов это замечает или нет? Очень часто. Причем очень часто. Как-то у меня иногда хвост. И они спрашивают, а что ты слушаешь музыку? Я такая, это же суховый аппарат. А можно тоже попробовать? Я хочу тоже послушать. А я даже не знаю, как объяснить, что это суховый аппарат. То есть какие замечают, они понимают, что я иностранка. Они начинают разговаривать прямо по-английски. На английском? А да, я такая, я не понимаю, простите, я хорошо слышу, но я просто, у меня такой голос. Во, а так, они подумали, что я иностранка. Ну да, было бы классно, если бы я была иностранка. Я слышала, что ты уезжаешь скоро. А куда уезжаешь? Как ты чувствуешь себя в незнакомой обстановке? И как ты общаешься с незнакомыми людьми? У тебя есть друзья там за границей или как? Есть друзья, они даже не только в Москве живут, но в Питере, даже в Америку, чуешь, в Казахстане, чуешь. Я с ними очень хорошо общаюсь, мне даже не сложно вообще. Ну, сначала ты иногда переживала сложно, потому что я переживала, что они меня не поймут. В чужом городе? Да, потому что это чужой голос, либо я не понимала, говорю, что они... Поэтому я переживала, а потом я ошиблась, что они понимают меня. Все хорошо. Расскажи, пожалуйста, какие планы у тебя теперь на будущее? Ну, я всегда хотела. Мы сначала хотели сразу в Америку. Но нам это сложно, поэтому сначала мы поедем в Питер, а потом, может, посмотрим. Ну, время покажет. Я очень хочу рисовать, побольше рисовать. И научиться играть пианино больше. И путешествую тоже очень часто хочу. Это 2005 год, да? Да, это была весна 2005 года. Mm-hmm. Вот 12 числа мы сделали, это вот как раз в тот день. Мы все это фотографировали, это только часть фотографии. Mm-hmm. Вот. Мы были с Юлей вдвоем в Москве, а
папа и сын остались. Да. С братишкой остались. Мы с ним были вдвоем все это время. Вот это вот нам уже снимали швы. А это через несколько дней она уже такая вот была, очень бодрая, веселая. Да, ей всего было 7 лет. Как бы маленькая, но для этой операции она уже была, оказывается, достаточно взрослая. И когда мы делали, нам сказали, что результат будет зависеть только...